Здравствуйте, уважаемые любители и профессионалы боевых искусств. Я Роман Карасев, и вы смотрите видеоканал «Планета Дзюдо». Сегодня я хочу поговорить о предстоящем чемпионате Европы по дзюдо, который состоится в городе София, Болгария. Впервые в истории европейского дзюдо сборная России и российские дзюдоисты не примут участие в чемпионате Европы 2022 года в Софии. Ситуация, с которой столкнулись как Федерация дзюдо России, так и Европейский союз дзюдо, выходит за рамки простого случая. Такого еще не было, чтобы сборную какой-либо страны не допустили на чемпионат Европы по дзюдо. Сборная России, так сказать, открыла новую страницу в истории своего и европейского дзюдо. Все началось в конце февраля, когда случилось то, что сегодня принято называть по-разному, но аукнулось для европейского дзюдо очень даже однозначно. Совсем неожиданно, но закономерно, с поста президента Европейского союза дзюдо ушел Сергей Соловейчик, почти 15 лет возглавлявший европейское дзюдо. Его место на посту временно исполняющего обязанности занял Отто Кнайтингер, который является вице-президентом. Потом, вслед за заявлениями Международной федерации дзюдо, последовало ряд заявлений Европейского союза дзюдо и Федерации дзюдо России, которые полностью доступны на сайте Европейского союза дзюдо и Федерации дзюдо России. Из этих заявлений стало понятно, что несмотря на решение Международной федерации дзюдо и Европейского союза дзюдо допускать спортсменов из России под флагом этих организаций, Федерация дзюдо России все-таки приняла решение отказаться от такого заманчивого предложения, сославшись на внешнеполитическую обстановку и безопасность спортсменов России, таким образом поставив жирную точку в этом вопросе. С уходом Сергея Соловейчика с поста Европейского союза дзюдо, я предполагаю, изменится многое. Конечно же, эти изменения будут не быстрыми, но все же существенными. Что же потеряло, а возможно приобрело европейское дзюдо, я думаю, с временным неучастием российских дзюдоистов в турнирах и чемпионатах по дзюдо в Европе? Думаю, что большой потери для европейского дзюдо нет. Такой вывод я делаю потому, что все-таки сам Европейский союз дзюдо не развалился, и кроме российских спортсменов высокого класса, в европейских странах есть еще много спортсменов не меньшего уровня, поэтому конкуренция и престиж турниров в Европе будет таким же высоким. А вот для российских спортсменов сборной России потери более существенные, так как практически они лишены возможности повышать свой профессиональный уровень в спаррингах с высокопрофессиональными спортсменами Европы, в том числе и большей части мира. Конечно, у российской сборной есть возможность взаимодействовать со спортсменами белорусской сборной, также лишенной права на участие в европейских и мировых соревнованиях, а также со спортсменами Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и других южноазиатских стран бывшего СССР и так называемых дружественных стран. Но я не уверен, насколько это взаимодействие будет плодотворным для спортсменов сборной России. Кстати, я не исключаю тот факт, что возможно будет организована новая ассоциация или федерация, в которую войдут дружественные страны и под эгидой которой будут проводиться соревнования. Такой пример в истории уже имелся, например, игры доброй воли. Но все-таки это не совсем то, что подразумевает большое международное сотрудничество. Это вновь создание железного занавеса, а как следствие упадок. Спортсмены сборной России по дзюдо не решились самостоятельно подать прошение об участии в чемпионате Европы и других международных турнирах. Как видно из сообщений Международной федерации дзюдо и Европейского союза дзюдо, к участию в соревнованиях отстранены не сами спортсмены, а то, под каким флагом они будут участвовать. Предложение участвовать под флагом Международной федерации дзюдо и Европейского союза дзюдо отвергла Федерация дзюдо России. Но почему сами спортсмены не захотели подать личные заявки? Думаю, здесь несколько причин, одна из которых экономическая. Ведь все спортсмены сборной страны стоят на ставках и получают зарплаты в различных бюджетных организациях, в том числе и от Федерации дзюдо России, оплаты перелетов, стартовые взносы и так далее.
Но все же и эту экономическую составляющую можно было бы преодолеть, если бы появились такие спортсмены из сборной России, кто захотел бы под флагом Европейского союза дзюдо участвовать в чемпионате Европы в Софии. Но такое желание, как я понимаю, незамедлительно повлекло бы за собой ряд санкций со стороны Федерации дзюдо России по отношению к ним, а возможно и привело бы к более серьезным последствиям. Например, в современной истории мирового и европейского дзюдо есть несколько примеров, когда спортсмены принимали участие в соревнованиях под флагом Международной Федерации дзюдо и Европейского союза дзюдо. Это и спортсмены из Косово, и спортсмены из Ирана. Но на сегодняшний день ни один из спортсменов сборной России не принял для себя решение, которое могло бы дать возможность стать чемпионом Европы 2022 года. Ну и еще пример Эцио Гамбо, который сегодня является генеральным менеджером сборной России, а в далеком 1980 году, вопреки бойкоту Олимпиады в Москве многих стран мира, все же принял участие в Олимпийском турнире дзюдоистов, где стал олимпийским чемпионом. Но это участие было возможным по ряду причин, одна из которых состояла в том, что Гамбо участвовал в играх, будучи, так сказать, свободным спортсменом. Почитать об этом можно в интернете, на эту тему есть много информации. Кстати, сегодня Эцио Гамбо, имеющий кроме родного итальянского еще и гражданство России, так же как и Сергей Соловейчик, ушел из руководства Европейского союза дзюдо, видимо тоже в знак солидарности или по экономическим соображениям. Возвращаясь к чемпионату Европы в Софии, все же многие любители и профессионалы дзюдо и боевых искусств будут наблюдать за поединками европейских звезд дзюдо и увидят новых чемпионов Европы. Уверен, что поединки будут горячими и зрелищными. В завершение хочу сказать, что как бы я ни хотел, но все же констатировать тот факт, что спорт, в частности дзюдо, за последние годы стал очень политизирован, это бесспорно. А еще он стал коммерциализирован, точнее политически коммерциализирован. Это привело к тому, что несмотря на кажущуюся положительную сторону для спортсменов, все же в итоге приводит к отрицательному результату. Спорт, а точнее международные общественные спортивные организации, так и не смогли стать тем средством, которое бы в полной мере соответствовало одному из лозунгов, написанному «Оде спорту» современным основателем олимпийского движения бароном Пьером де Кубертеном. «О спорт, ты мир!» Но все же, будем оптимистами. И давайте попробуем использовать дзюдо в том векторе, который предложил Кана Дзигора, создатель школы Кадокан Дзюдо, провозгласив принцип «Всеобщее благополучие и процветание». С вами был Роман Карасев, и вы смотрели видеоканал «Планета Дзюдо».